Епархиальная рождественская елка такого большого масштаба впервые прошла в нашем городе. В празднике приняли участие ребята с разных городов республики. Замечательно, что такие мероприятия организуются совместно и с нашей администрацией, и с Салаватской епархией. И замечательные представления показывают дети. Самое главное, что у них есть возможность реализовать свои творческие потенциалы. В шумной рождественской кампании соединились герои разных континентов. Участие в сказочном представлении особенно понравилось детворе. Мы старались, долго репетировали все. Долго много чего меняли. Все мускали костюмы. Это было, конечно, очень трудно, но все старались очень. И действительно, ребята постарались на славу и устроили для себя и гостей настоящее Рождество. Участие в сказочном представлении, изготовление ярких костюмов своими руками и многое другое. Отличились и организаторы этого мероприятия. Множество конкурсов, подарков, приготовленные детям. Это ли не настоящая любовь к детям? Для нас было очень ответственное мероприятие. В наш город сегодня съехались дети, преподаватели, духовенство со всего округа Салаватского. И наша задача была сделать для них праздник. Светлый, радостный, теплый. Улыбки детей, радость. Я даже смотрю, взрослые радуются, как дети. Мы все погружаемся в это детство. Я думаю, что это и есть цель наша – пробудить самые светлые, чистые чувства у каждого человека. Поздравить родителей детей с Рождеством Христовым пришел епископ Салаватский Кумертауский Николай. Владыка отметил, что широко отмечать рождественский праздник с семьей – это вековая русская традиция. Я всех вас и, конечно же, в первую очередь детей поздравляю сердечно с Рождеством Христовым. Родителям необходимо думать не то, что как золотом или серебром были богаты наши дети, но чтобы вы были мудрыми и полны добродетелей. Настоящим рождественским подарком для детей и взрослых стало театрализованное представление в исполнении воспитанников воскресной школы «Родничок». Постановку готовили специально к этой елке. К делу подошли серьезно. Так пусть, заглядывая в каждый дом, идет по миру Рождество Христово. И мы вас поздравляем с Рождеством! Ну и какая же елка без символичных Деда Мороза, Снегурочки и хоровода? Ребята рассказали стихотворение, спели песни и сделали памятные фотографии со сказочными героями. Константин Меркшев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».